24-летняя Анастасия Решетова поделилась трогательными моментами общения со своим маленьким наследником. Модель запечатлела его поведение на камеру. Возлюбленная Тимати, Тимура Юнусова, часто радует публику позитивными кадрами с 4-месячным Ратмиром. Молодая мама представила новую порцию Тимурыча. Мальчик с интересом позировал, лежа на животе. Его внешность часто становится предметом обсуждения. Анастасия попросила фолловеров определиться, на кого больше похож ее сын. Большая часть фанатов уверена, что Кроха унаследовал черты обоих родителей. Но многие замечают сходство с папой. «Да Тимати, копия. Он лучшее от вас взял, папулька вылитый. Настя, он на вас очень похож, на Тимура, одно лицо, а я мамины гены вижу, красавчик в любом случае», – прокомментировали они. Первая вице-мисс Россия, 2014, показала, как Ратмир забавно активничает на развивающем коврике. Ребенок быстро двигал руками и ногами, что вызвало умиление его родительницы. «Вот так было у меня в животе 24/7. Он всегда бежал куда-то», – эмоционально высказалась она. Анастасия быстро вернулась в форму после родов. Она похвасталась фигурой в стильном коричневом пальто, которое надела на голое тело. Дерзкий образ завершили замшевые сапоги в тон. Решетова пережила неприятные моменты с первой няней Ратмира. Инстадива со скандалом уволила помощницу, которая слишком много на себя брала. Модель показала, как сын нарушил спокойствие домашних любимцев. Мальчик поплавал со старшей сестрой Алисой в бассейне.